Привет всем! Сегодня мы с Серегой, Ивана нет. Сказался больным. Наверное, что-то съел в гостях. Так что едем, не знаю, еще точно не решили, но возможно опять едем на ту же распашку, где мы ходили с Иваном, где нам сказочник попался. Просто такие огромные поля, выбить их невозможно. Ну, не знаю, может часа два походим, если ничего не найдем, три. Там рядом есть заброшки, тоже распашки, туда съездим. Так что не переключаемся, ждем находок. Поехали! Итак, мы снова приехали на эту распашку, где с Иваном ходили. Сегодня проведем эксперимент. Поставил я снайперку 5 дюймов, 7,5 кГц. И попробую сегодня с наушничками походить. Все-таки снайперка, она не так глубоко видит. И можно сигнала не услышать. Так что походим. Находки здесь были. Но правда, я тут всего лишь 5 копеек нашел. Меня Иван сделал. 6 или 7 монет цена поднял. Вот наш шмурдяк. Так, с прошлого копа. Так, ладно. Ну что, не переключаемся, ждем находок. Пошел к машине поменять катушку. Не, со снайперкой ни хрена ничего не видит она. И тут у нас Сергей отличился первым. У него монета и, похоже, империя, да? Да. Ого. Не смотрел. Че, на такой глубине, что ли? Да. Лежал вон там. Вон. Так, что у нас тут такая? Это похоже копейка, что ли? Пока не разглядел. А, это, по-моему, 24-го года копейка. Помочь? Сейчас, давай, по-моему. Отлично, молодца. А ты переживал? Не переживал. Переживал, я знаю. Так, что у нас тут такое? Непонятно. О, с отверстием. Ну-ка, давай, читай, глазастый. Чего такое? Да, слушай, она, а еще, это... она еще и с дыркой. Слушай, а это не это самое? Нательный образок? Да. Или, по-моему, копейка, что ли? Ну-ка, что это такое? Ну, что-то с дырочкой. Копейка. 1924 года. Одна копейка. Год не вижу. Какой? Какой орел? Герб какой? Советский? Не орел? Орел. Значит, империя Николаевская. Ну так. Отлично. Ну, убитая. Ну, ничего. С первой находкой. Ничего, дырка тут. Ну, кто-то носил на груди. Поставил штатную катушку. 10 дюймов. У нас сигнальчик. От 18 до 24 прыгает.
Серега молодец у нас. Отличился. Блин, очередная какая-то алюминиевая хрень. Двигаемся дальше. У нас еще один сигнальчик. Прям чистоган. Уменьшил чувствительность до 24. Вот, пожалуйста, у нас чистоган. Блин. Двигаемся дальше. У нас... ...18.24. Ну... обнадеживающий сигнальчик. Сейчас узнаем, что это такое. Сейчас мы их проверим. Ну и что это такое? Очередная какая-то хрень. Блин. Двигаемся дальше. Еще сигнал. Опять... похожий. Возможно, опять какая-нибудь пластинка. Здесь много всяких. Пластиночек. Ну, они же звучат как и монеты. Так что проверяем все. Ну вот она. Медные какие-то, по-моему. Так. Двигаемся дальше. Вы это видите? Я это вижу. На поверхности. Ага, хрен там. Черт, а? А? Иду! Что это такое у нас? Тоже какая-то интересная находка. Вторая уже такая за последнее время. Так, у Андрея... О, Сергей, что-то там есть. 5 копеек. Так, а что же такое? Господа, кто знает? Вот в одном из прошлых видео я такую же фигню подымал с цифрой 5. А это теперь другая какая-то. Сергей говорит, там на целый клад нарвался. Отлично. Чего там у нас? А я вот, смотри, какую фигню нашел. Уже вторую такую. Непонятно, что это такое. Там иногда цифры были. В прошлый раз я с цифрой 5 нашел. А, да это та же фигня, что ты находил. Да. Это, скорее всего, печать. Может быть. Интересно. Давай, значит. Пятачок у нас. Какой год? А, или 3 копейки? 5. Я еще не прочитал. Что-то мне кажется 3. Где вода с собой? Да. Да, я пока. Ты давай, копай. 5. Копай давай. А я пока помою. Что, там еще один сигнал? Да, еще такой сигнал один в один. Отлично. Монетный сигнал. Я там ходил, где раз это самое. Ну, мусор там жесть. Потом сфоткаем. Точно, пятачок. Слушай, сохран хороший. Я вижу. А год какой? 53-й год.
Отлично. Ну-ка, давай. Копаем. Опа, она, вот она. Подожди. Только что я видел, упала. Где-то там. Точно. Нет, это не 5 копеек. Это, похоже, копейка 24-го. Она как звучала? На, 53-й год. Нет, это поздние советы, похоже. А, 20 копеек рамочник. Ранний? 20 копеек рамочник. А, рамочник. У рамочек, кстати, я никогда не поднимал. Во. Первый мой рамочник. Поздравляем. Фотки прикрепим. Так, давай. 1949 года. Копай давай дальше. Есть что? Да, есть еще сигнал. Отлично. Тогда мы не выключаемся, будем в онлайне сейчас выкапывать всю эту хрень. Так. Ну, это мы тоже печать заберем. Похоже, скоро будет коллекция. Кстати, мне там тоже отписывались, что это находили на цепочке такую. Ну что, выкопал что? Вот тут вот. Блин. Куда ты убежала? Подожди, на... Да что ж такое-то? Мелочь, что ли, какая-то? Сигнал будет цветной, монетный такой, вот именно, как и предыдущий. Uh-huh. Так. Ну, где ты, блин? Да, еще пару проведу металлоискатель. Да где здесь? Нет, это, похоже, не монеты. Монеты мы уже увидели бы. Какая-то... Что, на ребром лезет? Не, мелочь какая-то цветная, медная. Тут я этих пластинок медных просто гору уже насобирал. Задолбался их показывать. Ну и куда ты делся? Сразу бери гринпоинтер. Вот любопытная пулька. Смотрите, какая-то тонкая. Что же это такое? Ну, это вот не от 7.62, не от трех линейки, не от Мосина. Так, у нас сказочник снова появился. Вот так вот мы встречаемся. Двигаемся дальше. У нас очередная какая-то непонятная находочка. Артефакт. Что это такое было, непонятно. Монет пока нет. Что-то прям мне не прет, когда я с ребятами ешь. Не знаю. Серега у нас четвертую монету поднял. А я ни хрена. Как это объяснить, не понимаю. 3 копейки? Да. 3 копеечки. Какой год не вижу. Каким-то окислым. Ну, потом почистим и... А чем можно алюминиевый бренд почистить? Ну, она очень мягкая. Ее аккуратно. Если недорогая, то можно просто латунной щеткой. Или солью. То есть солью, с содой. Потому что окисло зеленая и вряд ли щетка просто водой смоется. Ну да. Поздравляем с 4-й монетой. А мы двигаемся дальше. 1 копейка. Ну что-то она крупная для 1 копейки. Это 24-го года. Да. У нас Серега отличился. 5-я монета. Это копейка 24-го.
Иван тоже здесь поднимал. Редкая, кстати, тоже достаточно. Это медная монета, переходная. От империи к советам были мед. Но они почему-то медь такая, видать, косячили советы. Намного хуже вот эти вот, храм выпадает, чем, да? Чем царские медные монеты. Ну что, поздравляю. Пятое. Мне что-то надо менять. Либо в настройках, либо... Ну, я сейчас вообще... 1924. Да-да. Я это самое... Сейчас вообще поставил 18. Посмотрим. Железо до хрена перебивает, может. Да. Так, ладно. Двигаемся дальше. А у нас очередной артефакт. Старинный. Это у нас... Зубило. Вот так вот. Серега шинкует монеты, а я одни артефакты. Но ничего, мы же не отчаемся. Мы просто гуляем, отдыхаем, дышим свежим воздухом. Ушел я оттуда с распашки. Погуляю здесь. Может, здесь повезет. У нас еще какой-то сигнальчик. Смотрите, сколько сопутки всякой. Всякие вазы, тарелки. Так, ну, дедушка Хабар, поможешь ты нам сегодня или нет? Что же за беда такая? Так, признавайся, какая зараза меня сглазила? Ну, где ты? Что это такое? Какая-то фигня. Судя по всему, медная. Колпачок, что ли? Ну, судя по всему, да. Как нам его почистить-то? Это типа штуцера. Ну, такая херь бывает. Ладно, ну хоть что-то. Наконец-то у нас, блядь, чистенький... Ой, прости, господи. Чистенький сигнальчик. Ой. Неужели первая монета у нас сегодня? Ну, похоже, прям на империю. Не дай бог, какая-нибудь жестянка, блин. Ну, где ты? Yes! Слава тебе, Господи! Спасибо, дедушка Хабар. Что значит, собрались уже, пошли к машине. Я в недоумении, как такое может быть. Но все-таки монетка есть. Слава тебе, Господи. Так, сейчас мы почистим, что это такое. А, похоже, копейка тоже 24-го года. Не империя. Да. Ну, что-то вот здесь копеек прям 24-го года полно. Сережка поднял, я поднял и Иван поднял в прошлый раз тоже. А сказочник 5 копеек поднял. Так, ну ладно. Слава тебе, Господи, хоть одна монета. Итак, на сегодня все. Да? Серега говорит, недоволен. Вообще, 6 монет, значок, а я одну монету. И он недоволен. Это он, наверное, пошутил. Итак, смотрим. Смотрите, сколько шмурдяка Серега набрал. И достаточно крупный металл. Так что здесь, я не знаю, килограмм 5-6 точно есть, да? Да. Я нашел вот такой зачетный пузыречек.
зубило. И снова смотрите, что. Ну-ка, показывай, давай, резкость наводись. Снова печать. И снова 5. Как я на лугу находил. Смотрите. Так. Ну, копеечка. 24-го года. Это моя. Единственная сегодня монета. Пули. Вот любопытная вот эта тонкая пуля. Длинная. Может, кто знает. Такое впечатление, что это как какая-то старинная мелкашка, что ли. Потому что значительно диаметр меньше, чем вот от трехлинейки. Так, еще вот интересный артефакт. Нашел Сергей. Непонятно. Сказочник тут ходил еще раз опять с нами. Сказал, что это вроде от швейной машинки. Так, и еще одна самая зачетная на сегодня, наверное, находка. Это значок. Серегин. Серегин значок. Отличник пулеметчика. Супер. Единственное, что плохо с потерями. Так, дальше. Копеечка. 1906 года с дырочкой, вернее всего с отверстием. Ну ничего. Пятачок. Какой там год? 53-й, по-моему, или 33-й, да? Пятачок? Да. 53-й. 53-й? Да. А, ну да, герб такой. Потом троечок. Вот этот какой? Не помнишь там какой год-то? Не рассмотрел. Ну, неважно. Это у нас тоже троечок. Ранние советы. Дальше у нас 20 копеек. Рамочник 49-й год. И копеечка, как у меня тоже, 24-го года. Ну что, я думаю, что мы сегодня не зря съездили. Хабарчик сколько подняли. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. О, какая красота. До свидания.